Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Аминь. Аминь. Номер 371. События дня. Евангелие от Иоанна, 5 глава, стих 44. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Это было откровением для людей, когда они услышали. Все-таки Христос пришел к своим. И свои не приняли. Не приняли не просто его в дом, а там были принимали, которые не приняли слова его, не приняли учения его. И они смеялись над ним, говорят, ибо были сребролюбивы. То есть они смеются, еще нападают, а потому что они как раз в этом виновны. Иначе бы они мои ролики не передергивали, не составляли там какие-то, сверкают, мелькают. Почему? А оно трогает, прожигает их. И поэтому они крутятся, как говорят, ужаки под вилами. Это за 17 декабря 16 года. Иеремия, пророк, 13 глава, 23 стих. Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Евангелие от Иоанна 12:43. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Завтра я постараюсь уже заменить эпиграф, уже недели две его толку. Пишет Андрей, ученик. У нас в церкви такие есть. Жена лекции читает, семейная этика, а муж для этих семинаров стулья приносит и уносит, и сидит в уголочке. Но страшно то, что верующие идут на эти семинары, не замечая, что в этой семье тело наверху, а голова по земле волочится. Я так и не понял. Он осуждает. А что, если у него нет таланта, он стулья принес. Кроме того, на глазах у нее сидит здесь, он никак не мешается. Я не понимаю смысл этого. Это она не внутри храма, она ведет это в здании. Ну, это называется христианская этика в церкви. За церкви там и не надо было тогда эти названия, эти этика и прочее употребляют там, где надо в светском учреждении преподавать Слово Божие, чтобы пропустили. То есть семейная этика. Ну и семейная этика, нет этих слов библейских-то. Хоть семейная, хоть какая. Это она может с этими словами пробить дорогу в неверующем клубе выступать. А в церковной-то зачем? Просто говорят, это семье. Все. Никакой этики нету. Этого слова вообще нет в Библии-то. Это обман. И теперь он сидит в уголочке, вообще замечательный мужчина. Я наоборот вижу, что это хороший мужчина. Ни в чем это не видно, что он подкаблучник и там что-то делает. Она, допустим, талантливое слово может сказать, а другой не может. Вот есть люди, которые малое образование, а он оратор такой прирожден. А другой все учит и пары слов не скажет, запутается сразу. А тот мгновенно находит... Просто мгновенно находит выражения, какие-то сравнения. Это не от учебы, это талант. Значит, жена, но у него в этом вопросе более талантливая. А голова по земле волочится. Как он сидит в уголке тихо, спокойно. Он не мешает. Я этого не вижу, не согласен. Дальше. Рахиль Джайнакова. Доброе утро, Игнатий Тихонович. Со вчерашнего вечера в Казахстане отключен YouTube. Как теперь просматривать ваш канал? В России тоже отключен или нет? Ответ. Пока еще не отключен. Все новые видеоролики с нашего видеоканала, на котором теперь около 6351 видео, и ежедневно переносится на мою страницу в моем мире. Ну, только стоит контр нажать, а потом навести курсор прямо здесь же, и сразу откроется. Вот я сейчас нажимаю, смотри. Нажал. Минутку. Можно сказать. Вот оно, смотри. Можно просто это напечатать сюда в строку и ничего нажимать не надо. Ну, нажать это еще труд. Проще всего. Ну, я даю полные. Вот оно где. Почему нельзя? Нисколько. Опять не записалось. Я имею в виду, что могут сразу сюда написать это к себе в оперу люди. И зачем им Word писать эти адрес? Не знаю, как вот. Я указал так, если она скинет правильно, они надо нажмут, один раз зайдут и себе отметят это. Я не знаю как. Ну, я так сделал. Главное, что легко открывается. Вы-то из Word нажимаете. Люди откуда нажимать будут? Ну, оставь. Дальше. Вот тут и можете смотреть. Здесь тоже немало наших видеороликов. Их здесь 4900. То есть в моем мире. Бытие 32.7. Иаков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий, и крупный, и верблюдов,
на два стана. И сказал, если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись. У меня контрольная, везде контрольная, копия снята, несколько даже в моем мире. Рахиль Джайнакова, спаси Христос, придется регистрироваться на Mail.ru. Игла, чтобы просто смотреть и не делать комментариев, то можно без регистрации. Но лучше зарегистрируйтесь, обязательно сегодняшнее фото ставьте. Заполните полностью анкету, фото в платке, без темных очков, крупным планом, как на паспорте, и ни единого слова лжи. Можете зайти на мою страницу и тут посмотреть мою анкету и фото. Также сделайте и качественно, богато и красивое. Никаких ников и аватаров, пакостных и лживых, не признаю. И обложившихся таким мусором не принимаю в друзья. Тут же попроситесь ко мне в друзья, и я вас приму. И тут можно нам будет переписываться и посылать материалы и фото, и личные сообщения. Если сами не сможете сделать аккуратно и точно, то попросите кого-либо, кто знает, как все это сделать. На своей странице можете выставлять видео, аудио, фото и ролики. У меня тут сейчас 20 555 фото, 4900 видеороликов, а их на сегодняшнее число на YouTube на 17 декабря 2016 года у меня лично моих 6351 видеоролик. И у кого нет фото или что-то иное стоит, пишу так, кавычки открыты. Если наяву вам кто-то будет предлагать дружбу по телефону и назначить встречу, и вы пришли, а там или сканер, или зверь некий, или нарисован пейзаж, машина, и никаких данных о том, почему над тобой так насмеялись. А вот в интернете это можно себе позволить, и уже вошло в глупейшую моду. Перед Богом каждый есть личность, имеет свое лицо и прочие индивидуальные данные. Так что подобные насмешки на предложение дружбы, пусть даже виртуальной, обратите сами на себя. Что и вам также будут предлагать под видом дружбы любую смятую бумажку, храм или даже икону чью-то. И кого вы ведете к себе, отнеситесь к дружбе серьезней. Этим рассуждением я вас не отталкиваю, а приближаю. Мы, может быть, будем еще и настоящими друзьями. Так полезны друг для друга во Христе Иисусе в деле спасения наших бессмертных душ. Я никак не привыкну, что люди ни им имени не показывают, ни откуда. Говоришь пустоту. И почему мне в жизни за 75 лет скитания по земле не пришлось ни разу ни единой бумажки выпустить без личной подписи и без указания своего личного адреса, точного. Своего точного. Тем более в моем мире, на форуме или сайте и во всех публикациях. Не в укор говорю, а просто в недоумении. Кому отвечать-то? Мои телефоны на каждом столбе в городе можно было прочитать. Ставьте свое фото и анкету заполните. И снова сделайте запрос о дружбе, если видите в ней необходимость и пользу. Фото без темных очков должно быть. Игнатий Лапкин. Мир вам, дорогая сестра Рахиль, и все ваши крещенные родственники. Вы всегда со мной, Рахиль Загидулина. И я вас люблю и молюсь каждое утро, благодарю, что Бог через вас открыл истинную веру. Она была иеговистка, свидетельница Иеговы называется. Игнатий Лапкин. Если бы вы были здесь рядом, я подарил бы вам мною изданный Новый Завет с толкованием церкви Вселенский Трехтомник. Рахиль Загидулина. Просматривая ваши ролики, всегда жалею, что не рядом с вами. Особенно мне нравятся ролики благовествования. Приеду обязательно с Божьей помощью. Только дождитесь. О как, казашка. Только дождитесь, не умирай. Николай Стахов. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Писал вам на электронную почту x2mail.ru 17 ноября 2016 года, месяц назад. Слежу за вашим каналом с мая 2016 года. Благодарю за возможность слышания. Хочу предостеречь вас от возможных манипуляций с вашей кредитной картой. В вашем видео, кавычки открыты, вы наше письмо, читаемое 8 человеками, 2 Коринфянам 3.2, за 1.11.2016, виден трехзначный CVV-2 код.
все карты Visa имеют трехзначный CVV2-код безопасности на обратной стороне. Он используется для подтверждения ваших электронных платежей и защиты от мошенничества. При наличии личных данных и номера карты, и трехзначного CVV-кода, два кода, в интернете можно приобрести любой товар. Не хватает видео по темам, первое пишут. Каналы, которые вы смотрите. Некий обзор того, что вы считаете душеполезным. Я практически не смотрю. Смотрю какой-нибудь документальный фильм или нравится. А так, чтобы заходить и где-то там что-то подправлять, у меня этого нет. Это редко-редко бывает. Вот я видел один священник, говорит совсем неправильно. Там по это Фатимское чудо в Португалии. Ну, то я вставил материалы. То есть я не люблю, у меня свои каналы есть, и я на них на ресурсах работаю. В Mail.ru, на форуме, на сайте, в видеоканале. И то у меня день целиком уходит. Второе. Программы, которые вы используете для работы с компьютером. Понятия не имею, а что за вопрос? Ну, минут Word там, Skype. Ну, Word, Word бывает. Opera. Дальше. PageMaker, я работаю с ним. Фотошопы там. Цитата из Библии тоже есть. Да. Ну и все. Поисковик библейский. Ну, опера. Так, третье. О здоровье. Возможно, какая-то утренняя зарядка. Питание, температура в комнате, при которой вы работаете и спите. Ну, разное бывает. Бывает топим, не топим. Мы же в Сибири находимся. Когда я был один, у меня была другая температура. А сейчас вот мы здесь четверо. И поэтому человек с юга, потеплее надо. Я думаю, что у нас ниже там 13 не опускается, или где-то так примерно, да? Ну, минимум 9 было. А? Один раз самое мало 9 было. 9 было. Ну, я до 5 доводил, у меня возможности не было покупать что-то. А утреннее, что питание мы показали не один раз, посты православные соблюдаем. Вот считают, как лучше натопить, утром или вечером, один раз топить-то. Я один раз просчитал, Ульянов писал, когда студентом был, Владимир, что надо вечером топить, чтобы спать в тепле. А днем мы все равно движемся, ходим. Я понял, это правильное рассуждение, с тех пор стараюсь вечером топить. Вот сейчас мы и затопили. Четвертое. Самоорганизация. Усердие в молитве, борьба с вредными привычками. Формирование правильных привычек. У меня уже поздно об этом говорить. У меня ни формирования, ни борьбы с вредными привычками нет. Их и никогда и не было. Я просто самоорганизация. Усердие в молитве, да, это у меня точно проходит 2 часа, допустим, или 1,5 часа на молитву обязательно. 7 раз в день молиться. Ежедневно, не меньше. Вот это. Ну, все остальное. Хочу я на пенсии, так у меня воробьев, жуланов, собак, кошек покормил, голубям слазил и опять занимаюсь в интернете. Пятое. Список избранной литературы, фильмов и аудиозаписи с некими комментариями. Ну зачем мне список избранной литературы, сколько я пересчитал. Классику можно всю оставлять. Я ни одну библиотеку уничтожил. Меня звали разобрать ее. Есть вещи, которые безразличные, можно сдать, пойти продать. А которые там плохие, атеистические, там безбожие, разные Гарри Поттер, это все сжигать надо с потрохами. Вот так. Недавно слышал по радио интервью православного батюшки, который своим послушникам постоянно показывает фильмы и рассматривает их с точки зрения православия. Например, было интересно услышать про фильм «День сурка» с Биллом Мюрреем в главной роли, который рассмотрели с точки зрения пути христианина. Я это делаю иногда. Но я так не смотрел фильмы, не знаю. Это очень довольно интересно, когда показываешь. Меня просят иногда новый фильм посмотреть и дать комментарии. Вот я легенда, допустим, я комментирую. Иногда на божественные, которые темы, чтобы узнать, что такое. Дивергент разобрал полностью, попросили. Не сам, а просят. Дальше. Сейчас смотрю серию видеозаписей Сретенской духовной академии. Ну что смотрите? Я смотреть не буду, у меня и времени нет. Уже второй год смотрю протоиерея Владимира Головина. Рекомендую посмотреть. Я смотрел только на неделе. Завещание. О призвании человека. Лучший способ избавления от самых разных жизненных проблем. Слово «проблема» не употребляю. И никак. Я слышал, он говорит. И говорит там, где можно сказать в 10 раз короче. И Писание совершенно не цитирует. Вот Владимир Головин, вы сказали где-то. Это не подходит.
если я так прикидываю, допустим, я нахожусь в его храме, в этом Татарстане, если бы я ему сказал вот это вот, а как бы он себя повел? Что юродствовать начал бы он или как? Вот я смотрел его и вижу, что не по слову Божию беседует. Я в университете Библии я смотрю. Дальше. И вот тема там, как доказать истинность православия, как правильно понимать события, описанные в Библии, о необходимости изучения Евангелия. Это все Головин рассказывает. Нет, все это тысячу раз, не сотни, а тысячу раз объяснено, как. Тут на это мне не надо говорить. В моих книгах вопросы-ответы, это все сказано. По-божественному, в полноте принимать и жить по ним. Так, Дмитрий Смирнов, видать, кавычки открыты. Никакого ада нет, ты живешь в аду. Протерей Дмитрий Смирнов. Ну, это он дурит просто, старик. Он дурит. Никакого ада нет. И в аде, будучи в муках, поднял глаза свои, считай, Евангелие от Луки, 16 глава, 26 стих, там, перехода нет и прочее. Куда это деться? Живешь в аду. В аду. В аду нет покаяния, нет воды. А здесь есть покаяние и вода. Ну, то есть, дурит просто он. Он такой мужик, что его судить давно пора. Отец... Берите кирпичи, бейте сектантов. А когда он благословлял танки, пожженные там, все эти, лежат 480 трупов, это может на его совести. В Чечне по сей день не могут там идентифицировать, кому они принадлежат, обработать. Отец Дмитрий Смирнов, муж и жена, одна сатана или два ангела? Сатана, во-первых, это он мужского рода, значит, один сатана уже. Вот, можно было бы сказать. Никак. Муж и жена – это один человек называется. Сотворил Бог мужчину и женщину, сотворил их. А сотворил, ну, это он берет, что в мире так принято говорить. Это ему неприлично даже. Два ангела. Не два ангела, не два сатаны. Если обратиться к Богу, он будет праведный, очищенный кровью Христа. А не знает, значит, грешник. Вот так. Так, отец Дмитрий Смирнов, о вреде свежего воздуха, посещение зоопарков и о просвещении стаиросовых дубин. Видишь, он какой, он грубый такой мужик, он привык, что он обезопасенный. Его, я говорю, что за такие выпады, вот бери кирпичи, там бей и прочее. Почему он Стерлигова не осуждает, когда он всю патриархию считает лживой, еретической? Сидит, смеется с ним. Че он там новое придумал-то? Я гляжу, у него веры совсем почти нету. Они вот такие вот разъедятся, на два дивана не умещаются-то. Ну и, что говорится, утроба может сказать. Толстое чрево не рождает тонкие мысли. Вот что я могу сказать. Стаиросовая дубина. Это может о нем и говориться. Мультфильм «Серафима». Мы смотрели в лагере с детьми. И Петр Мамонов, дураков нет. Ну, я не знаю. Канал... Мамонов, дураков нет. Что буду рассматривать, когда дураков нет, это что, живите нормально. А я считаю, есть. Канал на YouTube, который я смотрю регулярно. Григорий Соколов, очень познавательное видео. Адвокат Егоров, смекалистый человек. Видите, сколько смотрите? Я не смотрю нигде. Я даю. Даю, потому что я посмотрел на днях, мне надо было, меня интересует один вопрос, и я смотрю документальный фильм о Гитлере. Как? Когда у него началось крушение всего, какие у него были переживания, был ли хоть какой-то проблеск сознания, что он одержимый демонами, что он бесноватый. Талантливейший человек, человеку невозможно вместить мудрость, которую он имел. За 2000 лет это был единственный такой. Никакой Наполеон рядом не стоял с ним. Я это любому докажу. Но Бога не признавал, даже свою масонскую ложу образовал в Туле. Туле там пишут так. Поднял руку против всех масонов. Все по-другому. Тысячелетний рейх, отдельно масонская ложа. Ну, а те масоны объявили ему войну, и он сгинул. Главная вина та, что поднял руку на евреев. Этого нельзя было делать. Дальше. По поводу сбора средств на комбайн. Рекомендую попробовать сайт https://planeta.ru. Хорошим людям помогают собрать деньги на их бизнес. Бизнес я уже посмотрел сегодня. С медведями там возятся. Пока, ну, одна душа спасенная дороже всех медведей во всем мире. А на медведи, как они там с рюкзаками идут фотографировать на Камчатке. Я жил на Камчатке, в армии служил. Нам они не помогут. Я посмотрел, когда ничего, там намека нет на то, что помогут. А на это они помогут. Как это вот была эта Олимпийская Олимпиада-то здесь. В Сочи-то, и там миллиарды заложили-то.
она бы хватила 10 тысяч, допустим, долларов, или как сказать, там и дорогу проложили бы, и школу большая бы построили, и учителям бы добавить зарплату. Нет ничего этого. В качестве благодарности. В качестве благодарности фермер может организовать доставку своей продукции тем, кто пожертвует. Знакомая собрала деньги на съемки фильма «Медведя Камчатки. Начало жизни». Я посмотрел. Нет, не подходит и не буду. Даже время тратить не буду. Юрий Соболев. Вчера попалась на глаза статья из интернет-журнала «Батя» про протоиерей Геннадий Фаст. Не разделяя службу и семью. Интервью хорошее, интересные фото. Но зацепился глаз за следующее. Кавычки Юрий зацепился. Кавычки открыты. Я еще в отрочестве обратился... В отрочестве. Где оно? Вот оно. Обратился к вере сознательно. Воспитание много значит, но каждый должен пережить личную встречу с Богом. И был, несмотря на молодость, активным проповедующим братом. А когда переехал в Томск и восстановился в университете, познакомился с Игнатием Лапкиным. В то время он был прихожанином Покровского собора города Барнаула, примечание редакции, и протоиереем Александром Пивоваровым. В результате общения с ними я увидел, что по Библии протестантские учения вступают в противоречие, а православное учение, которое казалось мне дремучим и полусуеверным, на самом деле и есть учение Священного Писания. Это был шок. Это сейчас Геннадий Фаст говорит. А теперь Юрий Соболев говорит. Единственное примечание редактора на всю статью, и оно неким странным образом касается вас. А ведь примечание на самом деле необычное. Обычно это пояснение, уточнение, например, православный миссионер или православный проповедник, миссионер, мирянин. Но такое примечание корявым образом как бы сообщает читателю, что тогда Лапкин был наш, в кавычках. Он был не то, что теперь. А как иначе прочесть, понять эту ремарку? Эта загвоздка не давала мне покоя. Сегодня пошел в интернет смотреть, кто главный редактор журнала, автор всего примечания. И загадка разрешилась очень просто. Читаем: священник Дмитрий Березин, председатель миссионерского отдела Московской епархии. Игла. Благодарю, дорогой брат, за внутреннее ваше чувствование, намерение и тех, кто может быть вовсе даже не с нами. А когда увидел подпись, что председатель, да еще и миссионерского отдела, да еще и Московской епархии, тут и веки смежил. Смежил. Пока они там топчутся под моим окном, как вчерашние шурики из компетентных стукачей и соглядатаев, меня же там давным-давно и след остыл. Они же, как слуги безбожной рухнувшей империи зла, всегда не успевающие, заглядывают в охладевшие окна, где и шторка истлела от солнечных лучей изнутри. Я же за это время переселялся десятки раз. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со Златоустом путь житейный пройден. С той стороны земли на все гляжу. Юрий Соболев. Это ваше стихотворение, одно из моих любимых. Сергей И. пишет. Мысли вслух. Бог среди нас есть и будет. Первое. Спаси тебя, Бог Игнатий Тихонович, за тактичность и отеческий совет на мое письмо обращения становиться на молитву во время скорби, попускаемой мне Богом через мою любимую жену Раису, за грехи, которых я набрался во все дни моей скрешной жизни. Супруга, услышав из видеоролика, что речь идет о ней, хотя наши имена и фамилии не оглашались, разгневалась за то, что, по слову апостола Павла, она была обречена для своего и моего исправления и назидания другим. Ситуация потом, слава Богу, нормализовалась. Я объяснил, что желаю ей добра, так как она моя жена. Люблю ее и хочу избавить от объятий беса пьянства, губящего души. Спаси тебе, Христос Игнатий Тихонович, за молитву мне и моей жене Раисе, которая пока не осознает, какой светильник Господь воздвигнул в Алтайском крае, чтобы просвещать наш народ Словом Божиим. Второе. Дорогой Игнатий Тихонович, из твоих уст я как-то услышал слово «услаждение», с которым люди слушают твое благовестие, и меня сразу пронзила мысль. А ведь и правда, что мы слушаем тебя с услаждением.
После я прочитал такие строки в Откровении Иоанна Богослова из главы 10, 1. «И увидел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая. И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих». Что это была за книга? Не та ли, которую иконописцы изображают в руке святых? Не та ли, через которую ты просвещаешь тысячи людей? Да, это Слово Божие, которое я читаю с услаждением в Библии и слушаю с услаждением от того, кому оно верено, особенно от тебя, Игнатий Тихонович. Правда, есть некоторые моменты, которые вызывают у меня огорчение, и я пишу тебе о них. Например, о твоей недооценке. На мой взгляд, трудов святителя Игнатия Брянчанинова, у которого я прочитал много из того, что относится к невидимому духовному миру, мыслям, чувствам, страстям, соблазнам, и о котором ты практически не говоришь. Вот интересно, я не говорю. Но об этом и Павел не говорит. А то и Яков не говорит. Петр не говорит, Иуда не говорит. Вообще нету в Новом Завете, ничего нету. И вот это вот копание, там с чего, прилог, возникновение, то другое, а сами в этом живут. Ты, если в Духе Святом, оно вообще ничего нету. Бог отнимает, вычищает, и ничего нету. И про это и говорить не надо. А они разбивают только грехи. Мое мнение, Игнатий Брянчанинов не имел духовного рождения. А где он берет жития святых, то там их перемалывает на 10 раз. Это монашеская жизнь. И они знают, сколько храмов построить. Он всю жизнь с храмами возился. А Россия уже подползала к краю пропасти. Он этого не видел. Друг царя. Современник Пушкина. Был у меня вопрос по поводу войны и борьбы с нечестивыми людьми, с оружием в руках. Но почитав по твоему совету главу «Любите врагов ваших» из твоей книги «К истинному православию», я склонился к тому, что из Нового Завета Бога со своим народом, с теми, кто во Христе живет, следует, что даже смертельно опасного врага нельзя убивать. Что происходило в ветхозаветные времена. Вторая книга Моисеева, глава 21-22, 32-27 стих. Сегодня, по повелению Господа, прощающего вину и преступление за грех, но не оставляющего без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей 34, 7, 2 глава. На своих врагов Бог посылает ангелов, чтобы их умертвить. Через ангелов смерти читаем Откровение на Богослова 19, 9.15. И, наконец, о прелести зомбирование тобой людей. Моя жена тоже считает меня зазомбированным. Когда я не в меру, часами слушаю и смотрю за рукоделием твои прекрасные, глубоко содержательные во свете Библии видеоролики. Смешно и грешно думать о каком-то зомбировании. Грешно. Просто я не знаю больше таких благовестников, которые с чувством и любовью ко Христу говорили, как это получается у тебя. В Святом Благовествовании от Иоанна есть такой эпизод, когда посланные фарисеями и первосвященниками служители, чтобы схватить Иисуса Христа, услышав проповедь Спасителя, вернулись, не выполнив их приказа, пояснив, что никогда человек не говорил так, как этот человек, Иисус. На это от первосвященников последовал вопрос: неужели вы прельстились? И сказали о слушателях Христа, что этот народ невежда в законе, проклят он. Иоанна 7:46, 47-49 стихи. Поэтому, как на Христа его завистники и недоброжелатели клеветали, что он якобы прельщает тех, кто слушает его благовестие, так и на тебя, Игнатий Тихонович, клевещут. Видишь, какое понятие. Сразу показать наши ресурсы, мы уже смотрели, это мой мир. Мой мир, вот надо приходить, тут можем переписываться. Вот он, мой мир. Почему-то не прошел, тут сейчас я заказ занятия из архива. Занятия по изучению Библии. Что же оно то ли не прошло, то ли еще.
Что-то ее нету, так и не вошла она. Нет, Михаил Лебедев предлагает дружбу. Вот сейчас посмотрю я попутно. Кто он такой, Михаил Лебедев? Надо глянуть хотя бы примерно, какое фото. Ничего нигде нету. Нету. Принять дружбу. А с кем дружить? С колесом? Что у него здесь? Видео, одно фото, цветочки разные. То есть ни одной фигуры. Никак я не могу. Даже разговора никакого нет, отклонить. Не принимаю таких. Наш форум. 1602 тема. Вот. Вот это вот канал наш, православный видеоканал. Очень богатый. Жалко будет, если что. Сегодня 16 часов назад выставлял 261 человек. Для нас это нормально считается. Попутно посмотреть. Что-то тут кто-то должен был зайти. Это по скайпу. А то все время идет вот эта цифра изучения Библии. Кто тут, то ли Сергей, только, то ли кто. Ну и наш сайт. Вот он где. С него легко нажать на форум и на видеоканал. Главное, это вопросы и ответы. Вот где справа. Справа. Мы тут рассуждали, уже одну тему закончили. Много спрашивают про рождение, 43-я папка. Вот я нажимаю, вот уже сколько вопросов. Ну, что это за вопрос? Вопрос 1917, 7 том. Вот сразу в Word надо перебросить или как? Ну да. Вот сейчас посмотрим. Другой-то взяли вы. Другое. Вот этот. Вот тут, тут можно было и вот здесь. Ну, так я возьму. Ctrl-S. Сразу закрываю вордовскую страницу, беру и сразу в нее вставляю Ctrl-V. Ну, а теперь это все увеличиваю. Увеличивать можно очень намного. 20. Вот теперь все считай. Вопрос. Если христианам нельзя никого проклинать, то как же в житиях встречается, что проклинали друг друга и еретиков? Ответ. Это все вопреки слов Христа, и на том ставит клеймо «Антихристово дело». По этим немногим местам из Библии узнайте же отношение Бога к проклятию. Бытие 27-29. «Проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны». Числа 22-12. «И как сказал Бог Валааму, не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен». Псалом 108-28. Они проклинают, а ты благослови. Они восстают, но да будут постыжены. Раб же твой да возрадуется. Притча 30.11. Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Ну, он сказал, что а святые какие? Вот я не сразу начинаю приводить. Евтихий Флорентий. 23 августа. По-старому. Кавычки открыли. Те, кои убили его медведя, не причинившему никому никакого зла, получат еще в настоящей жизни пред глазами всех наказание от Господа. Лишь только угодник Божий успел сказать эти слова, как за ним последовало и самое дело. Ибо внезапно те четыре монаха были поражены от Господа страшную проказою, так что сгнили все члены их, и они умерли в той болезни. Флорентия был медведь. Он воду возил на нем, а монахи позавидовали. Вот такие люди набирались в монастыре. Ты убили медведя. Убить медведя это непросто. А он проклял их, и они все умерли. Не просто умерли-то. После того, как случилось все это, человек Божий Флорентий пришел в великий страх, что проклял братьев тех, и никогда в продолжении всей жизни своей не переставал рыдать о братьях тех. Себя же называл их жестоким убийцей. Все сие сотворил Всемогущий Бог для того, чтобы тот простой и добродетельный муж, будучи обижен, никогда более не проклинал никого устами своими. Видите, ну это как бы осознал Флорентий. Так. Тут показать надо. Проклятие. Напиши. Проклятие Флорентия. За медведя. Вот так. Вот оно где.
Дальше открываем. Еще один откроем. Смотри, вот это какой, седьмой. Вот тоже плохо видно. Вот видите, я беру, а теперь продвигаю до конца. И Shift нажимаю. Вот здесь вот так все выделилось. Ctrl-S. Скопировал. Опять выхожу на Word. И здесь вставляю Ctrl-V. И после Ctrl-A активирую. И перевожу вот такой вот, 20 номер. Все, вопрос решенный. Давай посмотрим, что тут за вопрос ко мне был. О рождении, главное. Вопрос 1965, 7 том. Какое основное качество отличает первых христиан и тех, кто стали принимать на себя звания иные, в кавычках ангельские? Ответ. Любовь ко Христу и к ближним. Те христиане были переполнены желанием донести истину о воскресшем Искупителе до самых концов вселенной. Они умирали за это. Их казнили за проповедь. Проповедь – это выражение подлинной любви и к Богу, и к людям. Но когда стали учить, что нужно дать некий обет, буквально заклясться, что ты не выйдешь из-за стен монастыря, что тебе абсолютно безразлична участь тех, кто не твоего круга, ни инок, ни монах, вот это-то и было вершиной нелюбви к Богу и к людям. Пренебрежение заповедью Христа, идти в мир с проповедью. Вот пример. Вчерашний распинатель стал апостолом, благодаря проповеди и встрече со Христом. Голос свыше при самом обращении Савла возвестил о его дальнейшей жизни и назначении, и он всею жизнью старался это выполнить, видя в этом высшую любовь, когда он за дело проповеди полагал жизни. И какой голос от кого всегда раздавался тем, кто желал спастись. Этот голос гнал их в пустыне и там замораживал, как тибетских йогов, впадающих в анабиоз пещерный. Деяние 22:21. И он сказал мне: иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. Какой же голос отшельникам говорил бежать как можно дальше в пустыню и гнал их глубже и глубже? Когда их находил кто-то, они тут же срывались и снова искали еще более глубокую яму и пещеру. Но наш Господь не изменяет свои намерения относительно способа спасения людей. Евреям 13:8. Иисус Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же. Лука 4:42. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Высоко в горы лезут только бесы и люди, которых называют альпинисты, и они там срываются в пропасти, как козлища. Господь наш уходил для молитвы в пустыню и тут же возвращался с победой. Если же не возвращается, значит, дьявол их там проглотил. Матфея 4:1. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола. Житие Лонгин, 16 октября. Предание же церковное, засвидетельствованному в Евангелии, прибавляет, что Лонгин был тот воин, который пронзил ребра распятому Господу Иисусу Христу и от истекшей крови и воды получил исцеление больных глаз своих. Тот же Лонгин был и в числе стражей, представленных Пилатом к животворящему телу Иисуса Христа, лежавшему в гробе. Когда же Господь преславно воскрес от гроба и своим чудным восстанием навел на стражу ужас, тогда Лонгин и два воина окончательно уверовали во Христа и сделались проповедниками воскресения Христова, ибо они возвестили Пилату и архиереям обо всем происшедшем. Говорят, вот берут это иногда и начинают, а вот смотри, Лонгин, воин, так воинами были они, а потом он подал на гражданку, все, говорил, там не был воином. А откуда знаете? Ну, жития откуда я знаю? Я тогда не жил. Архиереи и старейшины, устроив совещание, дали воинам довольно денег, чтобы они утаили о воскресении Христовом и сказали, что ученики Христа, пришедшие ночью, украли его, когда они спали. Матфея 28:11-13. Однако Лонгин денег не взял и утаить чудо не захотел, но еще усерднее стал свидетельствовать о нем, и свидетельство его было истинно.
Посему Пилат и все иудейское сонмище возненавидели Лонгина, и весь гнев свой, который они прежде имели на Христа, обратили теперь на Лонгина. Лонгин открыто проповедовал о Христе, что он есть истинный Бог, и что он, Лонгин, был самовидцем, животворящий смерти его и воскресение. За сие свидетельство Лонгин подвергся ненависти и гонению со стороны врагов Иисуса Христа, которые стали изыскивать причину, чтобы погубить его. Но, не находя за ним вины, не решались, потому что Лонгин был старейший из воинов, человек честный и известный самому кесарю. Когда же Лонгин узнал об их злом намерении, то восхотел лучше быть отверженным от них и остаться со Христом, чем жить в селениях иудейских. Он оставил свой воинский сан. Вот это не говорят. А Лонгин воин. Лонгин воин. Корнилий воин. Ну, Корнилий, ну, потом-то тут же сразу вышел на гражданку, подал в отставку. Дальше надо говорить. Одежду и пояс. И взяв двух друзей своих, которые имели такую же ревность по Христе, уклонился от народного общения и посвятил себя на служение единому Богу. Пошел со своими друзьями в Каппадокию. Там он стал проповедником и апостолом Христовым, и многих обратил от заблуждения к Богу. Вскоре сделалось известным всему собранию иудейскому в Иерусалиме, что Лонгин распространяет свое учение по всей Каппадокии и проповедует о воскресении Христовом. Вот, пожалуйста, дальше. Мартин Милостивый. 12 октября. Кавычки открыты. И вот, по внушении Святого Духа, он громко начал свою пламенную проповедь, возвещая Божие Слово язычникам, и часто, вздыхая с глубины души, что такое множество народа не знает Господа Спасителя. Василий Великий, 1 января. Беседы как на шестоднев, так и на псалмы говорены были в храме, и потому, наряду с изъяснением, заключают в себе увещание, утешение и поучение. Григорий Богослов так отзывается о достоинстве творения Василия Великого. «Везде одно величайшее услаждение – это Писание и творение Васильевы. После него не нужно писателям иного богатства, кроме его писаний. Вместо всех один он стал достаточен учащимся для образования». Макарий Египетский, 19 января. Однажды преподобный Макарий пошел из скита к Нитрийской горе с одним из своих учеников. Когда они уже приближались к горе, преподобный сказал своему ученику, кавычки открыты, «Пойди немного впереди меня». Ученик пошел впереди преподобного и встретил языческого жреца, поспешного идущего ему навстречу и несшего большое бревно. Увидав его, инок закричал, «Слышишь ли ты, демон, куда ты идешь?» Жрец остановился и сильно побил инока, так что он едва остался жив. Схватив затем брошенное было бревно, жрец убежал. Спустя немного ему встретился преподобный Макарий, который сказал ему, «Спасайся, трудолюбец, спасайся». Удивленный такими словами преподобного, жрец остановился и спросил его, «Что хорошего ты усмотрел во мне, что приветствуешь меня такими словами?» «Я вижу, что ты трудишься», — отвечал преподобный. Тогда жрец сказал, «Умилился я, отче, от твоих слов, ибо я вижу через это, что ты человек Божий. Вот перед тобой встретился со мной другой инок, который бронил меня, и я исколотил его до смерти». И с этими словами жрец припал к ногам преподобного, обнимая их и говоря, «Не оставлю я тебя, отче, до тех пор, пока ты не обратишь меня в христианство и не соделаешь иноком». Потом, окрестив его, они сделали его иноком, и ради него множество язычников обратилось в христианство. Серафим Саровский, 2 января, кавычки открыты, «Блаженному иеромонаху Тимону, верному ученику своему, подвязавшемуся в Надеевской пустыне, причем преподал ему последнее душеполезное наставление, кавычки открыты, «Сей», — повторял он ему, «сей, отец Тимон, данную тебе пшеницу, сей на благой земле, сей и на песке, сей и на камне, сей при пути, сей и в тернии, все где-нибудь да прозябнет и возрастет и плод принесет, хотя и не скоро. И данные тебе таланта не скрывай в земле, да не истязан будешь от господина своего,
но отдавай его торжникам, пусть куплю делают. Побывал и то в том небольшом между стенами, стеной кельи и печкой, помещении, где угодник Божий часто подвязался в молитвенных трудах, и куда едва мог войти один человек, оставаясь там стоящим или коленопреклоненным в положении, ибо присесть или облокотиться нельзя было там никак. Григорий Армянский, или 30 сентября, кавычки открытые. Он устроил множество монастырей, в которых с успехом процветало дело евангельской проповеди. Непонятно, как там. Так все благоустроив, святой Григорий удалился в пустыню, где, угождая Богу, окончил свою земную жизнь. Так уверовала Армения во Христа. Иоанн Богослов, 26 сентября, кавычки открыты. Святой Иоанн начал проповедовать им о Христе и обличать их в крещение. И многие из них, уверовавшие, крестились. После сего вышел Иоанн на торговую площадь, где собрался к нему почти весь город, чтобы слышать Слово Божие. От старости он не имел уже сил проповедовать Слово Божие, даже и в окрестностях Ефеса. Теперь он только поучал епископов церкви и воодушевлял их неустанно учить народ Слову Евангельскому, а особенно помнить и проповедовать первую и главную евангельскую заповедь – заповедь любви. Кроме великих трудов по распространению христианской веры среди язычников, святой апостол Иоанн послужил Церкви Христовой еще и трудами письменными. Он написал Святое Евангелие, три послания и Апокалипсис, или книгу Откровений. Спевсип, 16 января, кавычки открыты. Святой Поликарп, епископ Смирнский, ученик святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, желая по действию Духа Святого умножить словесное стадо верующих во Христа, послал в различные страны своих учеников с тем, чтобы они безбоязненно проповедовали всюду Слово Божие. Вот видишь, как монахи. Это прямо я беру из жития, это все в кавычках берется. Спроси, знает кто, Спевсип говорил. Еще никого не встретил, кто знает. Так они монахи разве были? Сказано, ученики просто. Кадрат, 21 сентября. Кавычка. Своей проповедью многих он привел к свету богоразумия. Видишь, какие были. Калистрат, 27 сентября. Сюда принес он драгоценный бисер веры во Христа, которым обогатил сына своего, отца Калистрата, и всех домашних своих, передавая им о Христе, Иисусе, все, что видел своими очами и что слышал от апостолов. Алфей, апостол. 26 мая. Святой апостол Алфей происходил из галилейского города Капернаума, но где он проповедовал Евангелие, неизвестно. Лукилиан, 3 июня, кавычки открыты. Однажды блаженный Климент, исполненный Духа Святого, сказал: «О возлюбленный брат мой Дионисий, видишь ли, как обильна жатва Господня посева в язычниках, и как мало делателей в слове проповеди Божией? А так как ты вполне научен православной вере и достиг совершенства в добродетелях христианского закона, то прошу тебя, иди в западные страны для имени Господа нашего Иисуса Христа, как добрый воин его, ополчись против врагов Господа нашего и побеждай их силой укрепляющего тебя Бога». Я сейчас промотаю показать. Вот смотрите, вот это вот затормозите и прочитайте. Какие монахи были. Дочитайте здесь. Теперь Лука. Лука, 18 октября. Что делал? Проповедовал Христа. Вот это место прочитайте. Вот апостол, как говорил, благовествовал Павел. Что? Благовествовал Христа, Лука. Аполлинарий, 21 июля. Вот. Стал возвещать учение об Иисусе Христа. Проповедовал. Поведал, говорил. Аристион, 3 сентября. Проповедовал. Монахи-то сейчас открывают-то. Ну? Да. Ну и все, однако, на этом сегодня. Слава Богу. Спаси Христос. Слава Богу, Христу. Слава Христу. Вот. Аминь. Так много, мы с